Так, Лаи Соуза, сборная Бразилии, совет по спортивной гимнастике. Мы не увидели оценку. А, увидели оценку. Увидели. Да-да, извиняюсь, Исаева Ирина. Хорошо, посмотрим, что нам делает, покажет бразилиан. Вы знаете, то, что наша вот выступала уже первой. Да, извините, вот она зашла уже с сальтовым элементом, насколько сальто вперед согнувшись. И, как мы заметили, довольно хорошо себя пригвоздила к снаряду. Еще раз согнувшись, видно, хорошо владеет этим элементом и четко идет по линии бревна. Вообще бразильская гимнастика развивается, я бы сказала, не просто так спокойно, как, например, российская гимнастика никак не может выйти вперед, а идет семимильными шагами, без особых традиций прошлых, потому что российская гимнастика располагает невероятными данными, возможностями, опытом тренерским, ну вообще всем, чем хотите, да. Бразилия, наоборот, начинает почти с нуля, но очень быстро преодолевает все эти годы, как бы десятилетия за год, я бы так вот думаю. Вот чем она отличается от даже той же Ирины Исаевой, которая только что выполняла представительницы нашей российской очень традиционной, мощной гимнастики. Чем отличается? Да пока, в общем, трудно сказать. Ну, пока, сказать. Может быть, там Ирина посимпатичнее, поизящнее. Это есть, да. Элементы посложнее у нашей Иры были. Ну, вот пока так. Давайте попробуем сравнить. Ира набрала на 6,2, по-моему, трудности у нас, да? Угу. Вот и все. Двойной сальто. Да.